Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня битва гильдий, и сегодня я хочу затестировать интересную связочку, которую я уже давно планировал затестировать. Командора плюс Дрейк плюс Сиена. То есть такой вариант нам даст убийство, в принципе, юнитов и всех зданий. Все зависит, конечно, от того, как долго у нас продержится, скорее всего, Командора, поэтому мы ее потестируем в дефной сборке истинной верой. Я уже такую сборку вам показывал. Я, в принципе, у себя на твинке тоже такую же прокачал специально для прохождения восьмых кошмарок. Буду начинать их проходить. В общем, поехали. Вот такая вот у меня есть командора. Ставить сюда пакт, ну, я не знаю, смысла нету, потому что дамага у нее на прорыве и так хватает. А вот защита — это однозначно плюс. Ставим десятую истинную веру по максималке, священный суд. Ну и, конечно же, ставим сюда питомца для отхила. В данном случае лучше всего будет и плюс уклонение сова. В итоге у нас получилось 12 тысяч клона на этом герое. Ну, в принципе, этого должно хватить. По дамагу 60к с копейками, то есть этого тоже хватает. Второй герой у нас будет Дрейк. Сейчас я для него специально тоже найду. Это у меня на героях все в разброс. Сейчас на него найдем тоже суперсилу. Поговорю суперсилу, истинную веру. И плюс Сиена. То есть шанс слива, как обычно, максимальный. Но зато... Так, на нем стоит... спектр, который блокирует героя с питомцев. Поставим вот так вот. В принципе, можно было. Ну, тут тоже дамага с головой хватит. Такого варианта. Хотя я тестировал, я вам показывал, что не хватает немножко урона по зданиям. Может, все-таки попробовать. Ладно, давайте попробуем со спектром. Посмотрим, по крайней мере. Так, что у нас? Тут у нас мега убойный Феникс на подстраховку. Ну, нам надо, ай-яй-яй, вечно, блин, неудобно. Такс. Все мои тесты. Нам надо сюда Сиенушка. Насчет Дрейка я немножко пока не уверен, сможет ли он дотащить. Так, Сиена есть у нас, на нее мы поставим Рудика, чтобы снимал негативные эффекты сразу. В общем, такой вот состав. Поехали, попробуем, посмотрим, что у нас получится. Конечно, неплохо было бы, наверное, еще и юнитов нанять. В принципе, командорка такая, она должна выбивать, я не знаю, процентов 70-80. Самое главное, если будут юниты просливать юнитов вражеских. Ну, а дальше Дрейк уже сделает тоже свое. Ну, Дрейк, опять же, под вопросом, потому что он такой, знаете, средней сборки, не атакующий сейчас у нас получается. Возможно, даже лучше поставить на него на атаку. Такой вариации, хотя это против Зефира хорошо. Ну ладно, пробуем такой вариант, там дальше будет видно. Так, поехали, смотрим. 1.1, 1.1, что 1.5, 1.2, 1.25, 1.7. Ну, давайте начнем с 1.5. Так, что у нас тут есть? Божество на воодушке, ну, бессмысленно, как по мне. Даже этот оккультист
Интересно, интересно. Единственное, кто у нас Фрея. Лис тоже есть. Ну, сейчас попробуем, не знаю. Попробуем через оккультиста забежать. Правда, у нас Командора, видите, сразу сливается. А, не достанет всех юнитов. Вот именно такая раста, она противная, чем юниты, как видите, очень мешают нам. И они все в разброс. Да, очень-очень неудобно. Кстати, интересный вариант расстановки. Сразу же. И сразу же подвисли, как обычно. А, интересный вариант расстановки тем, что Командора в таком случае юнитов всех не сольет, потому что они стоят по краям. Как вы знаете, я уже показывал, Дрейк добивает по всей карте юнитов. А, Командора бьет наполовину, где-то чуть-чуть, возможно, больше. То есть дальше она не достает своим скиллом. Это ее как бы минус. Если бы она била по всей карте, это просто был бы уникальный герой. Так, ну ничего, пробуем. Интересная расстановка, кстати, мне тоже понравилась. Ну, она неплохо заходит на волну АК даже будет. Единственное, что здесь есть дырки. Дырочная раста вот здесь. А нет, это показалось. Вот дырка есть возле Зефира. Можно попробовать Атлантище запустить. Так, ладно, пробуем обезвредить лисичку. Допускаем. Видите, не успевает. Просто тупо не успевает, не хватает нам. Да, раста интересная. Было бы она кучно собрана, но очень много дырок. Дофигище просто. Так, это кто у нас? Это у нас Дрейк. Можно как вариант, я смотрю, там нормально обратки проходят. Сделать подляночку. Попробовать вот такой вот вариант. Ну, ради интереса. Проверим сейчас, кстати, еще одну имбу. Но раста очень интересная. Правда, ее надо доработать. Ну, в принципе, при определенных героях ничего. Прям мега вау. Так. Ой, хорошо улетают. Единственное, у нас Атлант никак не может включиться, зацепиться. Но Лис, как видите, получает дофигища обратки. Обратите внимание на Атланта. Атлант держится очень обалденно. Сейчас попробуем юнитов. Не обязательно нам сразу же. Так, этого активировали. Самое главное, чтобы Атлант успел включиться. Вот Атлант включился. Нормальный такой отхил. 590к. Дамага у него меньше все-таки в разы. Да. Сложновато будет, честно скажу. Я ожидал, что будет попроще. И они не так просто сливаются. А видите, Командора здесь не тащит. Ладно, давайте попробуем сначала других поубивать. Посмотрим, что там за раста интересная. Так, тут раста совсем другая. Тут все герои стоят кучно. Это для нас, в принципе, плюс. Лиса, оккультист. Единственное, что мы сейчас, в принципе, должны достать. Отлично, достаем. Юнитов достаем всех. 50% вынесли. Сейчас, как только добьем всех юнитов, практически можно выкидывать Дрейка. Чтобы он добивал. В принципе, думаю, можно уже его пробовать выкидывать. Рановато немножко выпустили. Но видите, сейчас посмотрим, как по зданиям. Слили, ничего себе. Ну, в принципе, у нас для этого есть седна. Вот это трио комбо, о котором я говорил. Так, ты что не включаешься? Трио комбо. Так, резнуло, отлично. Вот они вдвоем остались.
Да, надо все-таки Дрейка, как видите, делать немножко боевым. Не хватает его дамага. Ну, добили до 100%, то есть в 3 героя то, о чем я говорил. Но немножко нам не хватает по дамагу. То есть его лучше все-таки собрать вариант с пактом, либо поставить суперсилу. Сейчас проверим на этой расте. Ну, тут тоже, видите, тоже раста такая интересная. Есть землеройка. Так, отлично, хорошо. Значит, сейчас мы сделаем по-другому. Ай-яй-яй, немножко я не успел включиться. Ну, тоже довольно-таки с водушками сложновато бороться. Надо пробовать, конечно же. Ну, вот надо, чтобы у нас Атлант включился. Включится Атлант. Половина героев сразу же отлетит. Так, что-то я психанул, не туда Атланта закинул. Тут даже Хладный стоит. Интересное решение для дефа. Блин, не успеваю. Ну, надо по максимуму отражалок закинуть. Но видите, здесь хороший вариант. Так, и Фрэнк есть. Ну, пробуем сейчас возле Фрэнка где-то закинуть. Он у нас, в принципе, вылезет сразу же. Но Атлант у нас без ремки, конечно, и плюс молчанка, он не успевает включаться. Сливает довольно-таки легко его. Значит, у противника дофигища просто точности. Ну, давай хотя бы разок включись. Нифига, не хочет. Ладно, поехали. Поехали, потестируем пока лучше наш состав. Так, Драйка нам все-таки надо будет. Вот такая вот раста на изи командоры проходится, потому что она может бить по всей зоне. Да видите, стоят отражалки, судя по всему. Она просто отлетает. Сейчас проверим еще раз. Землеройка там есть. Не могу понять, или от землеройки отлетает. Да, жестко. Не все так просто, как казалось. Смотрите, вообще просто улетает. Какие-то демоны, а не противники. Что землеройка настолько пробивает? Да ладно, не поверю. Так, ну вот молчанка прилетела раз. Далее 700 прилетает. Дофигище, реально, что-то дофигище прилетает. Ну, давайте проверим. Да, землеройка фигачит полным ходом. Офигеть. Ну, это как-то жестковато. Или они хотят сказать, что мы типа на тотем так нарывались. Но сливают очень быстро. Землеройка интересный. Ну только он может слить. На отражалку вряд ли мы попадаем прямо аж так. Да, не все так просто. Поехали других посмотрим миллионников. Так, тут у нас воодушки. Осму. Тоже раста разбросана. Командоры в таком случае нам будет очень сложно. Даже если мы будем юнитами
спамить. Она максимум вот добьет сейчас половину карты. Вот видите то, о чем я говорил. Дальше она просто не добивает. И вот это вот основная проблема. Что у вас остаются юниты внизу. Вот здесь. И все. И дальше что хочешь, то и делай. То есть ты их, ну, слить их очень сложно. То есть в таком случае, вот на таких растах очень сложно Командору и Дрейка использовать, когда все разбросано. Ну, особенно в данном случае Командору, потому что она, я уже показал, она бьет чуть-чуть больше половины карты. Дрейк же у нас, как видите, фигачит по всей карте. Сейчас ему не дадут зарядиться, хотя в принципе... Ну, дамаг у нас маловато, ну, в принципе он должен дотащить. Добил, красавчик. Так, это мы убили. У нас осталось три противника. 1-0-1. 1-5. 1-2. Этих двоих. Ну, тут раста, в принципе, несложная. Единственное, это то, что Командоре надо... Но дамага дофига прилетает. Просто тупо землеройка. Вот то, о чем я говорил. Землеройка самая опасная на дефе на сегодня. Он просто тупо блокирует. Даже лис там и прочие, они не настолько опасны. Землеройка игнорирует все уклоны. То есть он дает молчанку. Если у героя нет иммунитета, это, конечно, печаль. У нас даже тут атлант наш вряд ли спасет. Да, против землеройки надо что-то реально придумать. Раз, два и все, и просто разбирает. Давайте попробуем вариант. Но с пактом, я думаю, это вообще бессмысленно. Ради интереса попробовать вариант с маскировкой. Успеет ли она уйти в инвиз? Правда, здесь лучше деф какой-то поставить. Например, огненку. Но она с инвиза должна фигачить полным ходом. Но противники сегодня реально зачетные. Отлично, Зефир нас подбивает. Она уходит в инвиз, вообще огонь. Вот эта вот тактика с маской вообще отлично. Смотрите, куда она забралась. 74%. Офигеть. Просто офигеть. Правда, у нас здесь опять же юниты. Здесь больше нужен Анубис. Они хотят сказать, не, юнитов разобрали. И дальше добиваем Дрейка. Вот плюс Дрейка я уже показал. Смотрите, он фигачит по всей карте. Просто налегке. Маскировка, блин, круто смотрится, особенно если есть Зефир с воодушкой. То есть такой вариант против Зефира с воодушкой вообще песня. Сейчас попробуем еще раз. Ну, единственное, нам надо, чтобы нас не заблочили так быстро. 48%. Ну, опасно. Надо, чтобы ровно ударили. Вот опять слились, не успели. Но опять же, минус это ПДшка. Говорю минус, отражалка минус, надо ПДшку ставить. Вот видите, она улетает просто. Я попробуем еще разок. Попробуем так переагрить. Да, улетает она очень быстро. Но предыдущего топа очень по красоте разобрала. Попробуем отсюда.
Алис, конечно, иллюзорность игнорирует. Видите, немножко нам не хватает. Это, в принципе, не беда. Самое главное, чтобы она ушла в инвиз, она не успевает уйти. Давайте попробуем этого. Отлетает моментально, причем я не знаю даже, в чем проблема. Я, в принципе, я знаю, землеройка самая основная проблема. 47%. Ну, юнита очень много, опасно. Ну, если вариант брать сюда Анубиса еще в пачку, то, в принципе, 35. Надо удачный заход, чтобы юнитов посливать. Если не сольем юнитов, это жопа. Эти молчанка пролетела. Ну, хотя молчанка у нас пролетела нормально. Надо ставить кого-то пата другого. Потому что это не вариант. Однозначно. Надо пробовать ставить орудика. Либо вариант ворожая там использовать. Я просто пытаюсь пройти по минималке. Чтобы молчанку снять. Правда, не всегда кулдаун будет совпадать. Так. Поехали. Поехали, попробуем еще разок. Вот, отлично. Смотрите, в маску зашла, снялся эффект молчания. Она дальше смогла нормально дамажить. Но опять же, здесь вопрос юнитов. Она не добьет по всей карте до конца. Да, это два таких более-менее сложных топа. Интересных, скажем так. Просто тупо ушатывают, я не знаю даже. Чтоб мы тут не ставили уже. Просто смотрите, отлетает моментально причем. Лис иллюзорность, да, не добивает. Просто не хватает нам. Вот сейчас отлично было. Но против землеройки варианта нет. Никакого. Даже слон тот же сам. Ой, говорю, слон. Орудик, видите. Тут еще, возможно, отражалки стоят, поэтому она сливается с первой же тычки. Когда попадает на отражалку, это нормальное явление. Давайте попробуем еще вариант. Тут уже вариантов особо много нет. Вместо маскировки поставим ПДшку. Проверим хотя бы. Ну, если найти способ блокировки землеройки, либо сливать его на отражалку, либо его блокировать, вариант очень даже неплохой будет. Вот тут такой вариант у нас будет сливной однозначно, что там, что там. Ой-ой-ой, красавица. 61, но юниты все в разные стороны. Это самое печальное, наверное, что может быть. Юнитов мы не добили. Ну и драйка, как видите, не хватает.
Так, ладно, поехали с этим заканчивать тоже. Ну, так, видите, 50 на 50. Все зависит еще от расы. То есть такая сборка троих героев классная, но все зависит от того, будет ли там землеройка. Если будет землеройка, видите, в большинстве случаев очень сложно такую расу пройти. Ну, опять же, я не использую всех героев. Их можно намного больше собрать. Здесь отхилы даже бешеные. Вообще просто жесткие дамагеры. Можно вариант попробовать, конечно же, заморозить, если получится. Мы даже не успеваем сдвинуться с места. Нас просто тупо фигачат по полной. Да, в такой вариации командорка не очень. Ну, единственный топ, которого реально сложно убить. То есть, как видите, на дефе есть землеройка. Ну, кстати, кладный, я даже не знаю. В принципе, он тоже нормальный дамагер, но смотри, он сливается очень даже неплохо. Так, отлично, зацепились. Теперь делаем шанс слива максимальный, ребята. Командора у нас. Командора даже. 51%. 69%. Да, тут 100% сливчик. Очень много юнитов осталось, видите? Вот тут самый большой. Сейчас попробуем. Так, чтоб совпало. Ай-яй-яй, не успел. 84%. Ну, давайте, жмите их, красавчики. Ну, Дрейк ударил раз. Жесть. Дрейк просто тупо не ударил. Видите, надо было юнитами отвлекать. Ну, землеройка, кстати, слился. То есть там в землеройках на хороший дамаг. Смотрите на Атланта, что Атлант творит. Жесть. Ну, Атлант, понятно, тут не затащит. К сожалению, чуть-чуть не хватило. Вообще обидно. Ну, смотром, не, смотром тоже мы не сможем пройти. Но это битва гильдии, это тест. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Да, тут даже юнитами мы нифига не сделаем. Ну, Атлант у нас самый имбовый получился. Все, всем удачи, всем пока.